Всем добрый, прекрасный вечер, дорогие друзья. Ну что, пока я тут мастерила вот этот прекрасный стол, на котором теперь я буду показывать своих прекрасных деток. Мои малыши гуляли и гуляют до сих пор. И, конечно же, в принципе, я не сомневалась в этом, что они что-нибудь найдут. А нашли они, как всегда, вот эти липучки-колосочки. Итак, сейчас я буду у вот этого красавчика вынимать вот эти колосочки. Посмотрите, это вот эти колоски, липучки, которые вот иногда даже прилипают там к штанам, если вы идете через поле, да, там или еще куда-то. Ну что скажу? В принципе, драть не надо, ничего такого прям сложного и страшного в этом нет. Что мы просто делаем? Я вот ставлю малыша, да, и вот пальчиками просто нужно вот просто вытягивать потихонечку волос. И этот колосочек, он, скажем так, остается, его можно взять вот за веточку, да, вот. Бывает, эта веточка рвется, и тогда остается этот колосочек. Давайте я чуть поближе поставлю. Ну, возможно, кто-то попадает в такие передряги, да, и там кому-то прям аж страшно от этого. Нет, в принципе, ничего страшного нет. Здесь у него, вон, смотрите, аж 3 штучки. Что вам скажу, я их поубирала туда, ведро, да, там, повытягивала. Вот прям вытягиваешь из самого кустика. Саму траву я оставляю, а вот эти колосочки я вытягиваю. Ну и, скорее всего, они там бегали и потянули их, потому что, ну, вот 3 штуки. Прям сразу 3 штуки. Так, если бы набрался где-то, бегал бы там, то он бы там хватил бы одну, а тут прям аж 3. Поэтому просто вот. Оп, смотрите, оно прям раз. Раз. Оно очень легко, не надо тянуть, оно не тянет собаки. Ну, понятно, им не хочется стоять. Вот, смотрите, одна осталась там, другая пошла сюда. Просто вот одну держим, а эти волосики вытягиваем. Да, вот эти маленькие могут остаться, но их очень легко потом вычесать вот обычной такой вот расчесочкой. Но, да, неприятно, да, такое вот неприятность. А неприятность эту мы переживем, да. Вот, конечно, оно тянет, оно стягивает, вот прям берет и стягивает полностью волосики. Естественно, они потом хотят откусить, да, ну, показывают, что им там вот мешает что-то. Но я, в принципе-то, и так вижу, что оно им что-то мешает. Мы достаточно часто, я беру расческу, потому что волос еще не вырос до такой степени, чтобы держались резиночки. Вот, пожалуйста, видите, я вытащила прям вот практически все. То, что осталось, что-то вот на столе вот посыпалось, да. То, что остается, я просто потом вот расчесочкой. Раз, раз, раз. И все вычесывается. Да, бывает, остается. Еще пальчиками вот так вот раз, раз, раз убираю. Вот. И вот этих 2 штучки мы тоже сейчас с ними справимся. Видите, какая бяка. Ну, неприятно, но ничего страшного. Ну, да, вот можно, конечно, да, обезопасить их, все забетонировать, и нигде ничего не будет. Но это не мой вариант. Я все же, смотрите, раз, вот они разделились. Я все же люблю природу, люблю там цветочки, кустики разные. Не надо. Ну, вот хочется им. Видите, вот еще 2 таких колосочка. Помощники. Так, так, я положу в карман себе, потому что если сейчас улетит, они подбегут, и оно приклеится на кого-то. Вот и все, да. Неприятность эту мы вычесали. Есть, тут остался еще один кусочек. Подожди, малыш, подожди. Мой мальчик, да. Можешь бежать надо. Где же друзья? Так, все, мы вычесываем это все. Солнце, так, придерживаю, да, потому что это малыш, микрик, принц, шустрик, да, прям нужно бежать. Вот здесь на мордашке тоже вижу, кусочек есть. Ну, вот так, да, ну, прогулки, конечно, ну, а как вы хотели? Если, конечно, сидеть дома или там не выходить, или выходить только на поводочки, ну, а, ну,
Ну что, мы, дети природы, выскочили, наелись травы, наелись земли, намочились в воде. Сейчас, солнышко, сейчас. Чуточку. Вот тут просто без вот этого хвостика. Я вам скажу, когда хвостик есть, я за него держу, и оно вытаскивается. Ну, тут на мордашечке не совсем прям ему хочется, да? Оп, я вот. Вот, по чуть-чуть, понемножечку. Все остальное можно вот просто взять, вот так придерживаешь, и чух-чух-чух-чух-чух-чух, и все, вычесываешь, правда? Вот и все, молодец. Да, что, еще что-то? Нет? Ну, потому что я делала дело, хорошее дело, сделала вот такой красивый столик себе. А ребятки, я, конечно, поглядывала одним глазком на них. А они там себе гоняют по всему двору. Ну, сейчас я хочу сделать ему такую резиночку хвостичек, да, забрать эти волосики, чтобы они не мешали. Угу. Тоже эту резиночку они не любят. Ну, это понятно. Что-то где-то подтягивает, тянет, но волосики должны быть зачесаны либо срезаны, чтобы они не мешали глазкам. Так, я напоминаю, что это красавчик шоколадный Йорк, мальчик по имени Принц. Тихонько. Он шустряк. Мальчик очень маленький. Я думаю, что в взрослом возрасте его вес, ну, достигнет, возможно, до 1,5 килограммчика, да, он миник. Мальчик в семью желательно... Стой. Без маленьких детей, ну, потому что он шустряк. Шустряк, маленький, аккуратный, он быстрый, шустрый, он бежит, дети бегут, на руки берут. Он такой прям вот масюнька. Так, все, вот такой красотульчик готов. Вот так, готов мальчик. Чуть-чуть повыше. Уже бежать, играться ему надо, да? Уже нет сил, да, с мамой тут. Так, мальчишечка предлагается в семью для любви, для души, для обожания, целования. Вот так, да. Маленький, вот вообще просто подмышечку. Мальчик не в разведении, не для выставки, пожалуйста, услышьте меня. Мальчик просто для души. Есть у него некая особенность, которая никак не влияет на долгую, счастливую, здоровую жизнь, но она есть. Вот, мальчишечка только для души, еще раз повторяю, это вот 1,5-килограммовый ребенок, где-то примерно вот так вот, да, который будет только вот с мамочкой, с папочкой, так вот, возле души, да, мой золотой. Мальчишка шоколадного окраса, сейчас покажу. Кстати, еще перецветает, то темнеет, то светлеет вот такой вот мальчишечка. Ну, будет вот корни у него такие темные. Но маленький, вот прям, ой, вообще, вот невесомый, просто невесомый ребенок. Такой прекрасный мальчик, все умеет все, ко всему приучен, все он знает, такой любвеобильный ребенок. Мальчишечка стоит 45 тысяч, недорого. Ну, семью для любви, для души. Не в разведении и не для выставки, просто для души. Вот такой ребенок, мальчишечка, Принц, ждет свою семью. Хоть такой замечательный мальчик. Замечательный. Все, отпускаем Принца. Кого мальчик заинтересовал, пожалуйста, пишите Viber, WhatsApp, Telegram, телефончик под видео. Доставочка у нас есть. Всю доставку мы обсуждаем. Меняются условия в разные страны, поэтому мы все будем обсуждать. По России, в принципе, вообще без проблем. Вот такое чудо может приехать к вам. Это чудо привитой, полностью привит. Мальчик имеет документы, клеймо. Ну, ко всему приучен, что говорить, ко всему. И к расчесыванию, и к сушке феном, и купание. Да, вообще беспроблемный ребенок, нежный, ласковый ребенок. Вот так вот, вот он, да, будет ждать мамочку, а если вы будете брать с собой, это вообще будет замечательно. Его размерчик позволяет, ну, он просто вот невесомый мальчик.
Вот такой невесомый, крошечный малыш принц. Кого малыш заинтересовал, сладкий, обращайтесь. Все, я отпускаю, потому что бегун уже бежит. Малыш принц.